Традиционная схема продвижения товара от производителя к покупателю выглядит так. Компания производит товар, который имеет отпускную цену или по-другому цену производителя. Чтобы дойти до покупателя, товар проходит через руки крупного, среднего и мелкого посредника. Крупный посредник добавляет к цене производителя 30% своей прибыли, а также накладные расходы на транспортировку и аренду складских помещений, включая все это в свою отпускную цену. Следующий в цепочке посредник делает то же самое, но уже с отпускной ценой предыдущего посредника. Добавим к этому затраты на рекламу и наценку торгующей организации. В результате цена товара на прилавках магазинов будет выше отпускной цены компании-производителя в среднем на 500%. Шокирует, но в жизни все происходит именно так. Вот почему все больше фирм-производителей обращается к альтернативной схеме продвижения товара, названной сетевым маркетингом. Что делает компания, которая переходит на сетевой маркетинг? Она отказывается от услуг всех посредников и розничной торговли. Компания сама изготавливает, упаковывает, транспортирует, складирует и ведет учет выдачи товара. Накладные расходы остаются, но отсутствуют прибыли посредников. А это ни много ни мало 150% сэкономленных средств. Поэтому компания может себе позволить убрать из конечной цены товара 30%, сделав продукцию дешевле, чем у конкурентов в розничной торговле. Для продвижения товара к потребителю компания нанимает дистрибьютора, которому отдает 30% комиссии от оборота проданного товара. Чтобы расширить дистрибьюторскую сеть, компания платит каждому дистрибьютору за нахождение и обучение новых дистрибьюторов. На это компания затрачивает еще 30% из сэкономленных средств. Оставшиеся 60% компания вкладывает в разработку новых продуктов, которые включают научные исследования, совершенствование лабораторий, расширение производства. Конечная цена продукции всегда остается ниже, а качество выше, чем в классической схеме продаж. Миф первый. Сетевой маркетинг – это пирамида. Зарабатывает только верхушка, конечные дистрибьюторы зарабатывают мизерные проценты. Развенчать этот миф нам поможет простое сравнение двух структур – традиционной и сетевого маркетинга. Как устроена традиционная корпоративная структура? Наверху всегда директор или президент корпорации. Ниже стоят его заместители, под ними старшие менеджеры, еще ниже – менеджеры среднего звена и в основе рабочий и младший персонал. В чем смысл корпоративной структуры? В том, что каждый представитель верхнего уровня зарабатывает больше, чем нижний. Напоминает ли вам этот порядок пирамиду? Без сомнения. Приходя в компанию сетевого маркетинга, вы начинаете создавать свою структуру продвижения товара, приглашая и обучая новых дистрибьюторов. Ваш доход складывается из товарооборота, который вы создаете лично, плюс процент с товарооборота, созданный вами сети дистрибьюторов. Система учета сетевой компании отслеживает вашу активность и выплачивает соответствующие вознаграждения. Уровень вашего дохода зависит только от ваших организационных способностей. Вы можете зарабатывать больше денег, чем пригласивший вас дистрибьютор и любой дистрибьютор, пришедший в компанию задолго до вас. Графически эта структура будет выглядеть как перевернутая пирамида. Количество мест на вершине не ограничено. Если называть вещи своими именами, то к сетевому маркетингу в большей степени применимо понятие «эффективный менеджмент». На практике это выглядит так. Предположим, вы нашли 5 человек, которые поняли идею этого бизнеса и пришли в него как организаторы. Что происходит дальше? Вы помогаете этим 5 сделать то же самое – пригласить своих 5 человек. По такому принципу строится ваша сеть от уровня к уровню. Используя дупликацию, мы можем строить организации любые по численности и создавать огромный товарооборот. Посмотрите, ваша сеть растет. А вместе с ней растет ваш доход. Это именно та цель, которую мы поставили, начав рассказ о сетевом маркетинге. С каждым годом вам понадобится все меньше усилий и времени на поддержание вашей организации. Бизнес сетевого маркетинга работает на вас, а не вы на него. Пожалуйста, обратитесь к дистрибьютору, который дал вам этот фильм. Он поможет вам найти компанию, способную привести вас к поставленным целям.